последнюю апрельскую субботу в Суханово парк наводили порядок после зимы. На призыв управляющей компании сделать поселок чище откликнулись десятки жильцов. Несмотря на то, что все утро лил дождь, приехали даже будущие поселенцы жилого комплекса. Стартовал субботник у центрального фонтана. Всем желающим там подавали инвентарь. В первую очередь мы должны убрать полностью жилой массив, который уже заселен. Это бульвар, фонтан, фонтанная часть. Там, где люди гуляют с детишками, вечером прогулки устраивают. Должна быть территория вся вычищена. Желательно каждый, чтобы взял свой пятачок от своего дома и навел такой маленький порядок, чтобы ему самому было приятно. Вот. И, естественно, конечно, есть у нас много добровольцев, которые трудятся на местах общественного пользования. Вооружившись лопатами, граблями, мешками и перчатками, сухановцы дружно наводили чистоту на улицах жилого комплекса. Вышли и дети, и взрослые. Всех объединило общее дело. Убирать все, когда убираешь, чисто все становится, и как-то приятнее уже становится. Ну, это возможность поработать немножко, познакомиться поближе, узнать своих соседей, пообщаться. Мы друг друга не знаем, только жизнь начинается в поселке. Мне субботник нравится. Ничего плохого мне, чтобы сделать улицу, бульвар чище. По-моему, это весело. Ну, как издавна идет, мир труд май гласит. И отдых. Совмещаем полезное с приятным. Ну, каждый должен убирать место, где он живет. Соответственно, мы живем в этом городе, мы должны следить за его чистотой. Потому что должно быть везде, ну, все быть чистым. Ничего не должно быть грязным там. Все листья, все травы, которые уже старые и вялые, некрасивые, чтобы украсить Суханово парк. В том, что это хорошая традиция, уверены все жители. Ведь субботник – это не только физический труд, воспитание детей трудовым примером и залог чистоты поселка, но и общение с соседями. Мое мнение, что это надо не раз в год проводить, а почаще, потому что люди сидят в социальных сетях, в форумах и так далее. Так они хоть на улицу выйдут, друг друга живьем посмотрят, кто есть кто. Вы же понимаете, у нас тут получается такая европейская деревня, и в городе вот этого нет. Общения нет, вот дефицит в городе с общением, а здесь мы почему сюда перебрались? Потому что мы хотим, чтобы у нас была такая большая дружная семья, не просто поселок, чтобы мы собирались, общались, пели, танцевали. Потом чуть потеплее будет, мы будем выходить с гитарой. Ну плюс опять какой-нибудь субботник устроит. Пусть это будет хорошей традицией, я за то. Сегодня провел с утра маленькую инспекцию по территории. После этой инспекции я задал себе вопрос, а зачем нужен субботник? На территории было настолько все чисто, аккуратно, убрано. И, в принципе, это уже говорит о том, что наша управляющая компания вот действительно показывает хорошие результаты. А что касается субботника, это лишний повод, лишний раз возможность познакомиться с друг другом, провести время и создать теплую дружескую атмосферу. Подытоживая субботник, отметим, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. От каждого жителя зависит, насколько поселок будет чистым и уютным.